Вообще, прошедшие выходные были на редкость насыщенными. Жители Чебоксар еще и станцевали под дождем бразильский зук. Несколько десятков горожан в минувшие выходные поддержали международную акцию. Вместе с чебоксарцами танцевали во всех регионах, а еще в более чем в 50 странах мира. Знойные ритмы объединили вместе около 5000 человек. Музыка звучала в строго назначенный час. На импровизированный танцпол молодые люди вышли, несмотря на дождливую погоду. За несколько дней до этого участники флешмоба оттачивали до мелочей каждое движение. Репетиции не прошли даром. Танец оценили случайные прохожие и даже осыпали молодых людей овациями. Мы репетировали около 3 месяцев. Это общая хореография для всего мира. Одна хореография. Танцуют все 5000 участников. Мы репетировали около 3 месяцев. И сегодня у нас день X. Мы продвигаем бразильский зук в массы. Мы хотим, чтобы танцевало больше народу. Чтобы больше народу знало об этом танце прекрасном. Можно их танцевать в любую погоду. Лишь бы было настроение, была бы музыка. Был бы партнер и партнерша. И тогда все получится.